Вот это я дрищамба. Как? Как? Эгей-эгей, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. И сегодня мы поиграем с вами в симулятор Меганоба. Погнали! Так, ну что ж, зашли в игру, нажимаю play. Убивай беконов, чтобы получать силу и какие-то коины. Окей, так, иди бекон. Вот это я дрищамба. А, нормально. Так, где бекончики? Каких-то беконов убивать. Эй, бекон, иди сюда. Бекончик, хп, смотри. О, нормально, ну у него, сколько у него там хпшечка? 100, окей, я получил. Так, Ух, нифига себе, тебе нужно, типа, победить мегабекона злого какой-то, да? Я так понял, офигеть. Ясно, а как до него добраться-то? И как эту музыку чересчур крутую вырубить? Ладно, давай пока валим этого бекона. Бекона. Так, забираем, окей, что дальше? Музло такое неплохое в игре. Так, тут апгрейд можно какой-то, давай посмотрим. Так, ага, я могу... Ух ты, за 5 баксов купить, но у меня 3 бакса, ясно. Смотри, даже автокликер можно купить за 50 рубаксов. Давай возьмем сразу, почему и нет. Окей, так, и как его врубать? Вот так вот. А, все, он сам работает, смотри, я подбегаю. О, это кто? Это Кирюха. Здорово. Так, кого-то валю. Данил Just Games. Здорово, Данил. Так, ладно, я побежал. Сколько у меня? У меня уже 5 коинов есть. Окей. Наверное, я могу проапгрейдиться. Take me. А, отлично, покупаем, класс. Это что за бро здесь? Это что? Снеговик впечатался в дверь. Поехали, давай бекончиков. Ух, я уже по 20 хпшки сношу. А, ну это изи вообще, смотри. Вот, опять сила подросла. Норм, пошли туда. Пока бегаю, собираю монетки. Это все хорошо, беконов валим. На, держи. Смотри, как он, какая у него рожа стала. Прикольно. Кирюха тут бегает. Нифига, он уже какой стал толстенький. Так, ладно, пошли сюда. Посмотрим, что здесь. Здесь у нас трамплинчик. Вау, классно. Скоро будет тут локация-то построена. Окей, welcome. We collect noob. А, ясно. Ой, дурак. Наверное, я могу пойти и что-то купить. Давай посмотрим, что дальше. Куплю вот эту штуковину. Как мне быстро силу прокачивать? Просто валить нубов, ну это вообще не весело, ребят. Это вообще не весело. Так, а вот это что такое? Ага. Ух ты, 100 коинов мне дали. Серьезно? О май гад, был. Так, конечно, пошли покупаем. За 80, смотри, смогу уже 4-ю силу купить. Ясно. Но пока я никак внешне не меняюсь. Так, салон какой-то есть. Здесь что в салоне? Кто-то сидит. Двери откройте. А как туда зайти? Ну, Бяра какой-то сидит, там что-то книгу читает. Ты работать должен, ты должен меня подстричь. Хотя мне и подстригаться, в принципе, не надо. Я же лысенький. Так, у меня пока 9-я сила. Голова какая-то... Вау, что со мной? Я перерождаюсь! Я стал уже сверхсильным, вот это круто! Так, ладно, пошли бекончика посмотрим, как теперь я буду валить. Ух, по 40 хп сразу забираю! О май гад, вот это вообще жесть! Вот это жесть! Так, ну-ка сюда иди! Сюда, блин, умри! Вот, хорош! Фугутбик тут можно поиграть! Красная команда 4-4. Отлично. И как? Сейчас я выиграю. Давай! Ебой! Да, 5-4, я выигрываю. Вы кто такие? Вы что прибежали сюда, нубики? А ну-ка идите отсюда. Хотя я тоже нубик. Да ладно! Так, файт... Так, тут я так понимаю, ПВП у нас зона, да? Ну-ка давай зайдем. Да! Это зона ПВП, но тут никто не ПВПшится. Тут никого нету просто. Так, а как выйти теперь? Чтоб мне следующую зону перейти, мне надо 25 мускул. А чтоб мне заполучить 25 мускул, в принципе, мне надо поубивать 25 бекончиков, да, и все.
Ух ты, есть апгрейд у меня, давай смотреть. Ох, за 80 уже могу купить какую-то силу. Так, эта сила, я так понимаю, она просто больше дамажит, да, получается, этим нубам? Давай посмотрим вот сейчас. Я до этого дамажил вроде бы по 40, отнимал хп. Сейчас посмотрим, сколько я ему с одного удара дамага. Оп, паутинник снес. Оп, да, и у них еще хпшка добавляется. Так, все, сила 25, монет 14. Пошли смотреть следующий локейшн. Я должен это все буду продать? Не, просто меня пропустили. Отлично, я просто могу пробежать. Класс, давай смотреть, что здесь. Так, и сколько я за вот этого нуба сейчас буду получать? Смотри, у него 250. Куда ты побежал? 23. Вау, уже нормально я. У него 300 хп, смотри. Я быстро ему достаточно. Плюс две силы есть! Я опять расту! Ух, я уже подкачался, стал качком! Нормально вообще! Вообще нормально, давай фигарим этих нубов. Так, а туда дальше, чтобы пройти, мне надо 200 силы, да, это изи. Умри нафиг от моей руки, от моего накачанного бицепса моего. Ты вглядись в это личико. Сейчас я тебе покажу, говорю. Что это? Что, куда ты машешь? Иди сюда, ты. Махалка ты, блин. Так, надо посмотреть вообще. Смотри, если я куплю. Плюс 100 силы, 5 рубаксов. Вообще, изи можно купить. Давай купим, кстати. 5 рубаксов всего, серьезно? Окей. 150 у меня стало всего. Ладно. Коины. Коины. 5 рубаксов. Как? Как? По 5 рубаксов все возьмем. Вот, а тут 100 голов, 15 рубаксов. Ладно, возьмем за 15. Это все недорого, это не так все дорого. И что со мной произошло? Со мной, в принципе, ничего не произошло. Я, по-моему, такой же нубяра. Так, пошли смотреть, могу что-то купить. Ага, могу за 150 купить, за 180 какое-то молоко. И за 245 даже мне хватит. Нормально, нормально. Вот это я принарядился, чуваки, вот это я принарядился. Только я не понимаю, что с этими головами, что с ними делать. Так, и как этого? Ух ты, 60? Не, 80, 80 хп я уже отнимаю, смотри. Оп, оп, умри. Ай, голову мне дают. Видал, мне сейчас голову дали. Серьезно? Ладно, побежали, короче, на ту локацию, на вот эту новую. У меня уже 166 силы. Мне осталось чуть-чуть этих нубов сейчас побить, и я уже Little Noob. Давай, давай. Да, есть, отлично. 202, все, я побежал, чуваки, на следующую локацию. Хотя, ладно, этому нубу еще надаю напоследок. Все, следующая локация у меня, смотри. И что здесь, кто здесь? Там 17500 надо, елки-палки, лес густой. А как туда залезть-то? Серьезно, ё-моё, вот это жесть. Вот тогда. Так, ладно, я что-то так и не понял, за сколько дают за этого нубаса. Так. Три дают силы. Три силы дают, чуваки. Пять монет получат. Да, пять монет дают. Так, тут можно куда-то взлететь. Куда я взлетел? Что? Прыгать могу. Вау. Ну, как бы прикольно, но я не долетаю нифига. Оп, да, я долетел, отлично. Так, а там что? Там какая-то локация другая. Оп, я долечу, нет? Да, есть, вот это нубяра прыгает. Нормально. Нормально, давай, нубяра. Ух ты, еще и коины тут. Так, возьми. Я уже по 3 коина беру. Ух, хорош. Так, ясно. Ух, хорош. Так, 650 тут силы нужна, чуваки, прикиньте, 650. Так, если я сюда попробую зайти. Ну, давай. Ну, Нубера. Nope. Пробей головой эту стену. Давай. Ну, говорит. Ясно, ясно. Так, и как мне отсюда спуститься теперь, а? Чем? Да в смысле, ну, да, я спущусь просто вниз. Так, короче, какие-то маленькие острова. Ясно, ладно, пошли посмотрим, сколько за сколько я этого нуба сейчас буду валить. Где тут? Сколько коинов мне дают? Ну, конечно. О, ебой, просто ушатал этого нуба вообще на изи. Так, ладно, где эти нубы? Чё они не тупошцы? Эй, нуберы, вы где? Вы где все? Вот один, одного вижу. Давай. Умри, блин, быстрей. Так, отлично, плюс 3, плюс 5.
Хорош, так, мне надо 600! 600, да, я вспомнил, мне аж плохо стало. Окей, блин, 600, серьезно, а что так, блин, много-то, а? Так, давай посмотрим, сколько, если нам взять, допустим... Да, детка, я это сделаю. Я это сделаю, я превращусь в супер-гиганта. Сколько я теперь дамажу? А дамажу я, кстати, так же. Дамажу так же, но я зато могу пойти и посмотреть, что там на локации за 600. Так, ну мне моя сила сейчас позволяет пройти... Стопэ, куда? Меня откинуло назад. Так, ну все, есть. Я захожу в эти ворота. Здесь какой-то... Я застрял. А, я умер. Я столько прыгал. Как? Как? Окей, бежим заново. Убил нуба и смотри, еще кем стал. Офигеть, вот это у меня ручище уже. Вот это я качок. Да, ну наконец-то, все. Зашел? Да, я зашел. Sky Valley. Какие-то летающие острова. Это что здесь такое? Что за вертолетик тут? А где Нубяра-то? А вот он Нубяра. 700 у него хпшки, прикинь. Ой-ой-ой, вот это его бить, а. Стронг, накачанный какой-то уже бекон. Так, и за него дают плюс 4 силы. О май гад. О май гад, слушай, ну да, тут, кстати, может быть, тут можно фармить? Они прям появляются, прям на мне, смотри, тут можно попробовать пофармить. Он сейчас побежит на меня, если я буду просто стоять. Не, он не бежит. Сколько за них монет дают? 10. 10 монет, я могу уже что-то прикупить. За 320 могу купить вот это. Следующая 405 стоит. Вау, норм, норм. Так, а как мне вернуться? А мне можно как-то вернуться, нет? Блин. Серьезно? Серьезно? Ладно, давайте на этом закончим. Ну а с вами был очень накачанный нубик Максимка из канала Funny Games TV. Или на канале Funny Games TV. Короче, неважно. Ставь лайки, подписывайся на этот канал. Мне не получается ничего сказать прикольного, поэтому просто пока.